Приветствую всех, с вами Мирослава Добролюбова, вы на моем канале, и сегодня у нас будет морской обзор очень интересного пляжа под названием Мыс Видный. Пошлите, покажу, что тут есть. Итак, а вот и сам пляж Мыс Видный. Шучу, конечно же, мои хорошие, мои любимые, это только начало. Вот сейчас мы идем по набережной пляжа Мыс Видный. Тут есть спасатели, тут есть табло, тут есть гулюшки и чайки. И вот как мы видим, вот на эти пирсы заходить запрещено. Тут лежат люди, которые прошли. По паспортам сюда можно пройти, там же отдыхающие. Плюс ко всему, здесь есть всякие разные услуги, как на любом подобающем пляже. Если вы что-то забыли, вы можете всегда приобрести. Ну и, так сказать, написано, что есть выход в город, пляж общего пользователя, беседки. Ну, нажмете на стоп, посмотрим. А мы пойдем дальше. Здесь, конечно, на пляже то, что мне нравится, вон та, вон огромная, просто огромная пальма. Но есть здесь секретики, сейчас покажу. Так, секретик номер один, вот эта вот пальма. Все думают, что это простая пальма. Ну, вы же понимаете, что в моих видео простых пальм не бывает. Это пальма волшебная. Если вы к ней подойдете, три раза просто погладите, загадаете желание, оно обязательно сбудется. Посмотрите, какие тут красивые цветулечки. А вот эту вот длинную штучку, которую вы видите, это лифт в сам Мыс Видный. Ну и, конечно же, мы видим кусочек Олимпа. Да, вот это вот здание, это корпус Олимпа от санатория Мыс Видный. И вот такая вот тут огромная, я бы сказала, громадная колючка. Смотрите, вот она я, а вот она эта колючка. Ну, ей лет 30 точно есть. Также, если вдруг вы заскучали валяться, где море, тут в Мысе Видном есть вот такой вот волейбольчик. Если вы хотите, надеюсь, мячик в меня не прилетит, вы можете поиграть здесь в волейбол, размять свои косточки. Также позади меня там находится солярий, там есть душ. К примеру, когда вы искупались, вы можете вон как девочка на заднем фоне либо ножки помыть, либо помыть сами себя. Потому что если хотите, чтобы вот такой вот загар сохранялся намного дольше, всегда после моря мойтесь. У Мыса Видного есть еще одна особенность. Так как это все является санаторием, видите вот такие вот штучки. А тут, ну, многие люди инвалиды. И для них специально оборудованные зоны есть. Но я думаю, мы чуть-чуть подальше пройдемся, я эти зоны вам покажу. А что могу вообще сказать про пляж Мыс Видный? Нам очень сегодня повезло, потому что вот посмотрите, насколько чистая, в буквальном смысле слова, прозрачная вода, практически штиль, но есть ветер. Вон там мы дальше видим пляж Кавказ. Посмотрите, какое количество людей там и какое количество людей здесь. Но я бы сказала, что здесь практически нет людей. Вообще Мыс Видный считается одним из самых чистых пляжей и одним из самых, ну так сказать, лучших санаториев города Сочи. Даже лучше, чем Октябрьский, как бы странно это сейчас не звучало. И вот давайте подойдем мы к морюшку поближе. Запрещен вход на бунь, ну просто чтобы напросто спасательные или не напрягались. А тут что мы видим, ребята? Здесь наполовину песочный пляж. Там, конечно же, дальше большая галька и булыжники. А вот чистейшая вода. Ну ладно, практически чистейшая. Тут ураганы, бури были, смерчи. Но посмотрите, даже камушки. Посмотрите, как люди плещутся. Им все нравится. Вон кто-то ныряет. Но красота же, правда?
Лично мое мнение по поводу пляжа мы с видной мне понравилось, потому что тут спокойно, тут не шумно. И самое главное, надеюсь, ветер вам не мешает, а тут адекватные люди, тут не будут проходить, продавать вам кукурузу, либо навешивать какие-нибудь ненужные услуги. Так что мы с видной 5 с плюсом.